Привет всем, друзья! Добро пожаловать в мой новый ролик. Он появляется перед своей аудиторией. С последним выпуском этой недели. Яман и Сехер вышли победителями на первом этапе своей борьбы за жизнь, получив от больницы то, что он хотел, и цепляясь за жизнь. Яман начинает действовать при поддержке Сехер. Публике тоже интересно, что будет дальше. Причина в Джанан. Событие, которое он помнит, все изменит. Мы приближаемся к концу этой недели, который продолжает появляться перед публикой с его эпизодами, транслируемыми на экранах. Даже в последний день недели все по-прежнему не знали, что произойдет в Сехер и отношения Ямана. Джанан снова станет препятствием для пары, которая готовится завершить больничный процесс моментами любви. Причина в том, что у Ямана проблема с печенью. Лекарство, которое он дает, может все изменить. Как только вы станете донором своего ребенка, его можно будет вложить в ваше состояние. Он хочет завоевать доверие Ямана, отравив сына, а затем исцелив его. Я не могу найти слов, чтобы сказать такой матери. Так, что же завтра будет в новом эпизоде? Краткое содержание серии вы также можете написать ниже свои комментарии и мысли. Во-первых, перед тем, как перейти к видео, если вы не подписаны на мой канал, не забудьте подписаться и поставить лайк видео. Вы можете досмотреть до конца и прокомментировать. Я жду такого числа, как вы, для счастья Ямана и Сехер. В этом видео ажиотаж в писательской серии идет полным ходом. С прибытием Ямана на этой неделе у нас были моменты романтики. И Сехер, Яман и Али, это чувство нас рассмешило. А следующий эпизод. В этом эпизоде он снова продолжил побег из Сехер Ямана. Яман спросил Сехер, что есть только один способ простить тебя, и ты должна сказать, что я люблю тебя. Но Сехер всегда уходил оттуда, находя оправдание, когда всплывал этот вопрос. Он никогда не говорил Яману об этом. Но даже при том, что Яман знал, что любит ее, он хотел слышать это из уст Сехер. Но наша застенчивая и невинная дочь не могла этого сказать. Каким бы настойчивым он ни был, Сехер выбирал отговорку за раз. На самом деле, в новом разделе нас ждут хорошие новости об этом событии. Как известно, завтра последний выпуск недели. И похоже, эта серия будет очень хорошей. Насколько я знаю из вступления к новому эпизоду, Сехер приготовила Яману небольшой сюрприз. И перед сюрпризом на том же промоушене. Сехер репетирует с зеркалом в руке. Она смотрит в зеркало и пытается сказать, что «Я люблю тебя» за романтический сюрприз. Именно тогда Юсуф увидел свою тетю. «Тетя, что ты делаешь? Любишь себя?» Он задает важный вопрос, малыш. Он улыбается, Сехер, и подготовка к вечеру завершается. Похоже, из Сехер в Яман наконец-то поступит приятный сюрприз. Сехер больше не убегает и пытается исполнить свое яманское желание быть счастливым. Опасность, которая подстерегает Ямана –